ребята! Привет, ребята! Наша поездка в Днепр, вот она, продолжение. Получается, мы с вами помогли бабушке немножко, а теперь приехали в торговый центр. Вот там где-то все. Какой? Ну, пассаж или что? Нет, это не пассаж, это... Это другой. Ну, тот, который мы не любим. Мы его не любим, да. А вон наша компания. Тебе не Максима Дуча. Накупили что-нибудь? Да. Ними только покупать. Мы в курсе, мы не первый раз здесь. Не с ними, а с нею. Всю Турцию облазила. Вот так. Пани Ирина, мы вас тут обсуждаем. Иди вон красные такие красивые, покупай, Ира. Они замшевые. Он просто придет, скажет, дорого, не буду брать и уйдет. Мне поехали сразу куртку, только одел, все, бери, я ее взял. Ну, мы с Дяшкой вообще приехали ей посмотреть пуховик, да, купить. Поэтому я хотела обмостить, мы туда пойдем. Мы еще, да не подходи чуть-чуть, я ж, ты... Так меня будет плохо слышно. Слышно, на лицо на весь кадр. Ну, ничего страшного, что меня не видели. Да. Просто там вот эти магазины, которые я хотела, да? Ну и по ходу дела вот выбираем ренерскую сыну. А, ты хочешь ботинки нам? Ну да, вот я хочу не такие короткие, как мои вот эти, Вот это... Ты что, симпатичные? Симпатичные, она мне как-то ворнушку так складывает. Сбоку. Сбоку, поверни, сбоку. Ну потому и складывается так. Конечно, здесь мне не купишь такие, чтобы литые, что не сам. Ну да, это берцы надо брать. Все будут складывать тебя. Мои нет, мои держат форму, которая в руку. Черная? Ну как-то и так же не хватит. Да что, ничего. Мне не нравится, как вверху выглядит на ноге. Яна, у тебя сейчас тоже, видишь он? Видишь, на твоих сапогах то же самое. На всей так обуви сверху так. Да, самому где может быть? Оно вот тут нету дискомфорта? Тут как прям складывается напополам. Не давит нигде? Он не давит, но я не восстегну. Башмак. Лапти, лапти. Мне нужны лапти. Уважаемые, долму за 4300 хотите? Реально, а вообще такие необычные, конечно. Ха-ха-ха. Лисик, ты слышишь? Продавщица сейчас сказала твоей маме. С таким настроением только дома сидеть. Так и сказала? Да. Мама, ты обиделась? Все в шоке, избежали. Мама, ты обиделась? Ты обиделась? Она что-то пробубнила про себя? Ну, видно, когда твой отец один же остался. Сказала, или там даже сказала, но все это идут и обсуждают. Продавец. От Бога. Клиент добрался. Центр Днепра, конечно, как всегда, очень красивый. Сейчас. Вот мне очень нравится этот балкон, вообще обалдеть, какой красивый. А вот здесь так шторы развивались, как будто бы там живет привидение. Где твоя шапка? Наконец-то мы добрались до Мост-Сити. Лисик, ну короткая такая, ты ж... Я понимаю, подожди, ты сказала, продаешь свою парку, потому что она короче, чем надо тебе. Ну, мы же вроде интересно. Вот ищи что-нибудь подлиннее. Ну, она очень теплая. Вот если с таким наполнением искать, это вообще... Просто она может не совсем вообще не дышать. 1800. Бери, дайте две. Наша вся компания разбежалась, и мы с Дяшкой теперь выбираем ей куртку. Нет. Чего? Мне нравится. Чего? Тебе, по-моему, такое чувство, что еще поменьше надо. Это Эска. А XS нету ее? XS будет мне в плечах супер. Бить в руках уже даже. Так ты стань как-то. Че, нормальная куртка? Ну это оверсайз. У тебя сейчас очень приталенная обувь. Ты же понимаешь. У меня другой нет. У меня есть сапоги, и мне что-то не приятно. Ну пробуй другое что-то, че. На этом не закончилось все. Она короткая. Сильно короткая. Она очень короткая. Ну, это даже попу не закрывает. Чисто автоледи. Ну, она даже для автоледи очень толстая. А при чем здесь автоледи толстые? Автоледи носят и потоньше еще куртки. Короткие и тонкие. Короче, девушке нравится вот такое. Только это не ее размер, это М-ка. Однозначно не ей нужна S-ка. И сказали, заказать можно на сайте. Это большая очень, поэтому тяжело понять. Мне нравится цвет, мне нравится, что она теплая, мне нравится, что она длинная. И она даже под эти белые сапоги хорошо идет. И, мама на раздаче, смотрите. Да, глянь, как смешно. Ля-ля-ля. Это поэтому ты захотел для разнообразия, да, сюда зайти? Конечно, это еда для
ну, среднего класса, ну, мы не соответствуем. Мы повыше уровня. Ну, раз даже запорожская элита здесь есть, значит, здесь неплохо. Дмитровская элита. Нам так и можно. Мы с мамой даже картошку на двоих поделили, потому что я не взяла никакой гарнир. Я уходил 50 грамм находить, а с вами накатить. Вот Лёшин поднос, вот мой поднос, вот сам Велкин поднос, а там вот... Слушай, давай в обморок упадёшь. Заглядываем к родителям. Людей действительно очень много, людей, просто негде было сесть, поэтому мы сели. Что там у тебя, борщ? Солянка. Солянка? Я так колбаску захотела. Кстати, тут еда вкусная. Тут всегда вкусно, в пузатой хате вкусно. Приехали не за курткой, что? По-моему, это не куртка. Ну, она тоже коротенькая такая. Мне кажется, очень красиво. Там же молния есть, чего ты на кнопке закрываешь? Надень капюшон. Я говорю, такой девичий капюшон красивый. Он точно так же выглядит. Один в один. Нашли длинный Яшкиного размера. А я видел его только в черном цвете. Я искал свою белую, но не видел. Он не там, он там был на углу. Ясек. Тебе помочь? Вот здесь по барабану. Мы по барабану гуляем на все. Не, ну хотя бы знать, сколько примерно. 3900. Ну я не знаю. Ручки в карман. Как и тот, который ты застегивала. Он выглядел точно так же. Он был сделан как одеяло, а этот вот такой. Встань ровно к зеркалу. Да ну, мать, ты шо, как червяк. Червячек. Худян, я уже устала, снимай все. Что-то как-то шопинг не задался. Мы ничего не купили, ребята. Абсолютно ничего. Ну, хотя бы полюбуемся красивой площадью, реально красивой в центре Днепра. Ну, я, для меня это центр, я не знаю, где на самом деле официальный центр в этом городе. Но мне очень нравится здесь. Здесь очень уютно, здесь как-то по-праздничному, не знаю. Это часы. Ой, красота. Даже при плохом вечернем качестве на моем телефоне видно, что здесь очень симпатично. Какая-то вон палатка стоит красная впереди. Здесь рядом я ходила, кстати, на мастер-класс. По танцам, когда мы приезжали. Он все новогодний, Леш. Все блестит, все переливается. Красивые наряды. А где родители? Ну, мы, короче, держим путь теперь в Лесельпо. Пообедали в пузатой хате. Такое. Короче, ожидание реальности. Я что-то думала, мы приедем в Днепр. Кучу себе купим. Куплю себе классный пуховик. Или шубку, или что-нибудь. Вообще ничего, ребята. Печально, очень грустно. Болит пальчик. Болит пальчик. А что это за стулья? Это просто так посидеть? Как прикольно, да? Я сегодня разглядывала косметику L'Occitane, вроде бы правильно произношу. Я встречала ее на просторах Инстаграм, мне самой хотелось глянуть. Ну, такая недешевая косметика, конечно. Недешевая. Там лосьон 250 мл, почти 800 гривен. Ну, я как-то еще пока не готова. Но я бы очень хотела, конечно, такой косметикой пользоваться. Ну, и для, не только для лица там дорогую покупать, а для тела. Что тут у нас? Тут в Сельпо, конечно, в этом ходишь, как в музее. О, десерты пошли шикарные. Боже, какие шикарные. Оля, не до Павлова там? Да? Кисточка безе с маскарпоне и ягодами. Ну, по идее, это Павлова. А вон макаронцы. Ну, пойдемте дальше, посмотрим. Красивый тарт с голубикой. Потом тарт тирамису. Вот оно, тарт тирамису. Терпеть не могу такое. Так, что еще? Что, чизкейк какой-то, кисточка медовая с черносливом. Думаю, тоже это очень вкусно. Красивый десерт. Тут такой выпечки капец, она еще продолжается. Здесь сырники. Тарт-татен с тыквой. Гляньте, какой прикольный. Вот. Тарт-татен. Слойка с яблоком. Сырник, сырник, штрудель. Смотрите, какая булка. Как печенье прикольное. Ой, синнабоны, блин, обожаю. У нас синнабоны продаются только в центральном Сельпо. Я вам говорила уже, они не продаются у нас в этом нашем, к сожалению. Батор! Сцена прощания
на Карла Марса 55. Сестра! Показывай, сестра! Я тебе люблю, сестра! Ты мадонна! Я думал, ты погиб, а ты жив! Отойди, дорогие. Все, пока! Аривидерчи! Аривидерчи! Давай, давай, диван на Запорожское! Диван на Запорожское! Все, Леш, давай, дорогой! Все, спасибо! Давай, 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 я дорогой! Шампань, скромненько, Леша! Да я уже дома! Сама без капюшона, як лохудра! Напишите про волосы там, что у них с волосами! Проведи маму в стилистку! Что за рыбка? Я уже не розповіла, что ты прокляла меня! Ну, какая стрижка, повернитесь! Дочка на конце! Дочка на конце! Иди на конце! Пошла рано, пока! Все, пока-пока! Счастлив! Доброе утро! Показываю вам завтрак. Сегодня понедельник, и я встала пораньше, потому что буду сидеть с Роди сегодня полдня. Короче, за два яйца, хлеб, оливки португальские. Открыли все-таки оливки. Я половину, получается, цыпанам, половину отнесу родителям, потому что не всегда нас угощали оливками. Вот. И почему буду сидеть с Роди? Потому что у него там проблемы с шейкой, у него баф на шее. Ну, кто... Короче, потом расскажу вам. А мама едет на маникюр, педикюр, поэтому я где-то вот с 8.30, с 9 до часу дня вот так я буду с ним сегодня. Я сегодня думала, правда, тренироваться с утра, но из-за того, что так планы изменились, и тренировку я переношу на другой день. Я уже начинаю заниматься, я себе выбираю новую программу, обязательно вам покажу, что за программа будет. Я буду вам об этом подробно рассказывать, думаю, вам эта информация будет полезна. Потому что практически всегда, когда я занимаюсь по каким-то там программам, вы меня потом спрашиваете: Диана, дай ссылку, где ты занимаешься, что ты занимаешься. Я всегда вам бросаю, но хочу в этот раз, чтобы вы обратили сразу внимание, чтобы я потом не кидала вам ничего. По поводу Днепра, конечно, поездка меня в какой-то степени разочаровала в плане шопинга, потому что мы ничего не купили, вообще ничего. И я думаю, что мы с Лешей, наверное, завтра, вот во вторник, поедем еще по Запорожью смотреть пуховики. Вдруг мы что-то здесь найдем, потому что мы здесь не искали. И как бы я даже косметику не купила, я хотела какой-то крем для тела, вот Локситан, я не знаю, Люкситан или Локситан, как он правильно произносится, хотела, да, взять, но что-то как-то не взяла, а теперь сижу, думаю, может быть, заказать в интернете от этого бренда молочко для тела, короче, вот такие вот дела. Ну, я рада была, сам выла бабушку увидеть, рада, что мы немножко помогли бабушке. Это, конечно, кто-то писал в комментариях, что это показуха, но дело в том, что вся моя жизнь — это показуха, и все, что со мной происходит, я снимаю, поэтому так можно написать про любой абсолютно момент из моей жизни. Показуха, показуха, показуха. Спасибо за тем, кто такое написал. Все, увидимся очень скоро. Приходите в Инстаграм, читайте посты, смотрите истории, подписывайтесь обязательно. Увидимся, пока.